Идти! Обменяться опытом, узнать и попробовать на практике, как это следовать курсам лидера, смогли все, кто приехал из разных уголков Подмосковья на итоговый региональный форум курсам лидера в усадьбу Гребнева. В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы и Мособлдумы, советник министра информационных и социальных коммуникаций Московской области, руководитель регионального штаба и председатель Молодой гвардии Единой России. Сегодня усадьба Гребнева – одна из площадок для развития. Здесь проходят съезды общероссийского движения предпринимателей, бизнес-встречи и другие мероприятия, где можно получить вдохновение, поделиться идеями. Друзья мои, рад вас приветствовать в старинной усадьбе Гребнева! Я хочу, чтобы Россия стала страной с лучшими условиями для бизнеса в мире. Московская область поддерживает и помогает в реализации молодежных инициатив. Мероприятий, нацеленных на молодежь в Московской области, проходит довольно большое количество. Они разные направленности. Здесь проходят у нас в регионе большие волонтерские форумы. Проходит огромное количество мероприятий, нацеленных на молодежь, заинтересованную в реализации себя в медиа направлениях всевозможных. Все, что касается молодежного бизнеса, все, что касается развития каких-то туристических направлений, компетенций в области экологии. Итоговый региональный форум курсом лидера собрал свыше 1000 студентов и членов общественных организаций со всего Подмосковья. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов и правительства Московской области. Он направлен на формирование образовательной среды, в которой молодежь может реализовать свои проекты, получать необходимые для этого навыки и обмениваться знаниями с единомышленниками. В рамках форума участники познакомились с основами социального проектирования и приобрели навыки работы над проектом команды, изучили азы SMM-менеджмента и узнали, как создать и раскрутить бренд в интернете, как мотивировать волонтеров и повысить их навыки. А сколько длится какой-нибудь Reels или TikTok по времени? Ну, не больше минуты, да, вот прям если за глаза, да? Итак, минута. А сколько вы будете его снимать? Для нас достаточно важно акцентировать внимание на развитие наших ребят, на наших активистов. Здесь очень классные, интересные образовательные программы, которые способствуют развитию инициатив ребят. Здесь очень много было интерактивных площадок, в рамках которых мы смогли не только получить какие-то навыки и компетенции, но и познакомиться с другими ребятами, которые работают вместе с нами усиленно в рамках данного поля. Ну и немножко даже отдохнуть. Помимо образовательной программы, для гостей выступили музыкальные группы. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.